Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов с удовольствием исполнил мечты детей, которых узнал на международной выставке форуме «Россия», где также прошла всероссийская акция «Елка желаний». Анастасия из Томской области к Новому году получила велосипед, о котором она написала. Мечта Данияра из Татарстана попробовать себя в роли пилота вертолета тоже сбылась. В качестве помощника пилота он летал над Казанью. А 18-летний Даниил из Балашихи Московской области сможет побывать в цирке, как и загадывал. Ему и его маме уже вручили билеты.